Согласитесь, этот снимок довольно необычный. Мусульманин радостно зигует в окружении фашистов. К сожалению, это не фотошоп. Зигующего гражданина зовут Мухаммад Амин Аль-Хусейни. На дворе 1943 год, и он муфтий Иерусалима и лидер арабских националистов в Палестине. В дальнейшем его назовут фюрером арабского мира. И не столько из-за дружбы с реальным Гитлером, сколько за пропаганду фашистских идей. Благодаря Аль-Хусейни в Палестине были созданы филиалы нацистской партии, а сам муфтий открыто преподавал в мечети Аль-Акса фашистскую идеологию. Аль-Хусейни помог сформировать несколько дивизий, которые были полностью укомплектованы мусульманами и воевали на стороне вермахта. Он был близким другом садиста Эйхмана и постоянно подстрекал его ускорить решение еврейского вопроса. К сожалению, в отличие от Эйхмана, Аль-Хусейни удалось избежать наказания. Он умер в Бейруте в 1974 году. Сегодня, когда арабский мир заговорил о фашизме, мне кажется, самое время оглянуться на свое недавнее прошлое.